Тогда под боком не в авух шагах. Здесь говорят, волки бегают. Зато конюшня своя. Зачем мне конюшня? Свой огород. За капусту и репли в лавке не бегают. Какой огород? Какая капуста? Какая лавка? И зайдешь, почти даром. Ты мне лучше вот что скажи, Захар. Куда это у нас все деньги вышли? Вот летом было 1000 рублей, а теперь осталось 300. Куда делись? Уж не воры ли? Так если были воры, все бы и забрали. Чтоб тебе траты записывать? Да нет, он полграмот. Был бы грамотный, так все ложки бы серебряные, и кушеты бы стащили. Вот так. Хозяйка, а? Какова? И бела, и полна, и брови у нее, и румянец. Вот так. Да. Хозяйка хороша. Хороша, ну. И локти-то у нее. Вот. С ямочками. Все. А я бы к тебе собаку заведу. Или лучше кота. Да, кота. Коты ласковые, мурлычат. Да, хорошо. Барышню встретил. Какую барышню? Ольгу Сергеевну. Здорово ли спрашивала, что, мол, делали. А ты? Ужинали, говорю. Вот только что 2 цыплят съели. Ну дурак, а? Почему же дурак? Ты собрал, что ли? Я ей могу господи цыплячек показать. Я-то человек, а ну что еще спрашивала? Ничего, что, мол, другие не делали. Ты губишь меня, Захар. Что еще барышня? Да ничего, письмо велела передать. Где письмо? Да вон, вон на столе. Так. Утреннее умывание, мокрое полотенце, гимнастика. Не менее четверти часа. Настежь раскрыт в окна. Плотный завтрак, крепкий английский чай, газеты. Утренняя прогулка, не менее 1,5 часов. Чтение книг по списку, сидя на стуле, а не лежа на диване. Илья, мне скучно без вас. Пела каста дива, но вас не было рядом. Пела плохо, рассердилась. Захлопнула крышку пианино, прищемила палец. Долго плакала. Вы меня любите, я однажды узнала, но навсегда. И счастливо, хоть не повторяйте мне никогда, что любите меня. Для меня любовь все равно, что жизнь. А жизнь — это долг и обязанность. Следовательно, любовь тоже долг. У меня достанет сил прожить и пролюбить всю жизнь. Больше и лучше любить я не умею. Строчки, буквы. Значит, правда любит. А что? А что? Высокий строй, черные кудри, сильный и глубокий взгляд, немного холодный. Как там у Лермонтова про глаза? Когда они не смеялись, когда смеялся он. Нет, нет, это же пропасть. Ведь только вчера пожелал страстно до изнеможения, и тут уже получил желаемое. Ну, добро бы еще желания не исполнялись, а так захотел — на! Нет, она меня не любит. Но это не любовь, это не любовь, это только приготовление к будущей любви. Встретиться нечаянно попал ошибкой. Ошибкой. Ошибки. Вот оно что. Она встретит другого и тотчас скажет «Ошибка!» и отвернется. Боже мой! Боже мой! Ты открыл мне глаза. Еще не поздно. Еще не поздно. Так. Так. Так.
прочтите это письмо до конца и поймите. Поймите, что иначе поступить я не могу. Почему? Потому что, Ольга, впереди, что впереди? А вот у вас цветы. А вы их любите? Нет. Они давно здесь, еще при муже были. А как их зовут? Эти-то герани. А что у вас за птички? Тут чижи, там канарейки. Ну, тут опять чижи, там опять канарейки. Как птичка. Как птичка. Как птичка. Улетайте, как птичка, присевшая не на ту ветку. Вы не лжете и не обманываете меня, но вы меня не любите. Ваше «люблю» не есть настоящая любовь, а только будущее. Какие у нее локти, еще с ямочками. Так, меня не будет. Пока горяченькие-то. Кушайте. Впрочем, это все Штольц привил нам обоим любовь, как оску. Вы ошиблись. Я не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Потерпите, он скоро придет. И тогда вам станет стыдно за вашу ошибку. А мне этот ваш стыд сделает боль. Мне этот ваш стыд сделает боль. Это все к лицу молодости. Она легко переносит раны. Мне же к лицу сон, хотя скучный, сонный, но он знаком мне. А с бурями я не управлюсь. Хорошо, когда пироги с цыплятами или с грибами. А еще лучше с луком, с яйцом. С луком. Сейчас бы в водочке, да на молодом, на смородиновом листу. А вы все заработали, как и в ответ. Ведь вы так устанете. Да я уж привыкла. А когда нет работы, что же вы делаете? Сейчас вот кофе доверю, сахар пойду колоть.
Как у вас руки хороши, Олег Матвеевна. Их хоть бы сейчас нарисовать. Вы славная хозяйка. Вам бы замуж надо. А кто меня и с детьми-то возьмет? Новые купить. Так зачем же деньги тратить? Можно надвязать. Надвязать чулки-то. Я уж и ниток закажу. Нам одна старуха носит, а в лавке покупать дорого. Мне, правда, неловко, что вы так хлопочете. Ой, да что нам делать-то? Ой. Простите, это письмо до конца. Я надеюсь, что нас вообще пить не надо. Брат, нельзя бы так быстро делать больные. Ну, что-то еще не начнется. Так что, впрочем, все что, это был набор любовь, как кофе. Ошибись. Так. Самой надвязать или старухе отдать? А? По вечерам-то нечего делать, вот и надвяжу. У меня уж Маша начинает вязать. Только спицы все выдергивает. Да, спицы-то большие, ей не по рукам. Бань у меня тихий, а Маша бойкая. Платьев не напасешь, ты глянешь и порвала. За гвоздь, мол, задел за сучок. Так вот на ней все и горит, особенно башмаки. Ой, чинить да штопать не успеваю. Послушайте, Ольга, скажу вам прямо и просто. Вы меня не любите и любить не можете. Зачем я пишу, зачем не пришел сказать прямо? Отвечу просто. Бумага терпит и молчит. Когда я пишу вам, мы не увидимся больше. Вот. Странно. Мне уже не скучно, не тяжело. Я почти счастлив. От чего это? Наверное, от того, что я все сказал. Халат ваш. Материя такая славная. Можно починить и вымыть. Уставить когда-нибудь. Свадьбе. Прочтите это письмо до конца и поймите, что иначе поступить я не могу. Мы так внезапно, так быстро сделались больны. Больны нехорошо. И это помешало нам очнуться раньше. Впрочем, это все Штольц. Привил нам любовь как косу. Я не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите. Он скоро придет, и тогда вам станет стыдно за вашу ошибку.
мне этот ваш выпить сделает боль. Это все к лицу молодости. Она легко переносит раны. Мне же к лицу покой. Хотя скучный, сонный, но он знакомый. А с бурями я не управлюсь. Возьмите. Возьмите и унесите его с собой. Чтобы мне не плакать, глядя на него. Все, что есть хорошего, ведь я люблю. Есть. Только надо найти ее.
Должно быть, барышня забыл. Какая барышня? Низкая барышня. Что забыл? Перчатку, вот у вас в руке. Какие перчатки? Как ты смеешь выдумывать? Я к портнихе ездил. Рубашки применять. Вот по ошибке взял портнищину перчатку. Какая портниха? Какие перчатки? Думаете, я барышнины перчатки не знал? О чем ты знаешь, барышнины перчатки? Да поклялся, могу образ со стены снять. Ты пошел отсюда прочь, совсем пошел на улицу! И видеть твою рожу не хочу! Рожа как рожа, как у нашего брата. Погодите, Матвеевна, вы только ради бога не подумайте, что это барышня перчатка. Я ездил в магазин примерять рубашки, вот по ошибке взял. Портнихину перчатку. А мне что ж за дело? Чья это перчатка? А вы где рубашки шьете? А во французском магазине. Да. У меня есть две девушки. Такие рубашки шьют, такую строчку делают. Куда там вашим французам? Да. Только ради бога, не подумайте, что это барышня, это перчатка. А это барышня, про которую врет Захар, она огромного роста. И говорит басом, да. Елизавета Николаевна и Марья Васильевна. Ой, такие рубашки шьют, такую строчку делают. Вам как понадобится рубашки шить, я им скажу, дешево берут. Вы только ради бога не подумайте, что это барышня на перчатке. Не подумай. А руки-то у вас какие? Агафья Матвеевна. Постойте-ка. Да у вас же жар. Что это вы, барин? Халат велели выбросить, а сами... Зачем? А ты зачем? Поднос уронил! Сколько всего случилось? Где-то нападал снег, нанес сугроб, покрыл курятник кадру. Все умерло и окунулось в сало. А что, если завтра не взойдет солнце, и землю покроет тьма? А сухи и жаркое по-прежнему явится на столе, и никто не узнает, как это сделается. С чистым взглядом, с улыбкой преданности, с белыми, чистыми руками, с полными локтями, с ямочкой.
что? Что, если я вам помешаю, Агафья Матвеевна? Пустите. Мне еще нужно сахар натолочь. На вина опустить на пудинг. Скажите, Агафья Матвеевна, а что, если бы я вас полюбил? Вы полюбили бы меня? А чего же вас не полюбить? Бог всех велел любить. А что, если я вас сейчас поцелую? Теперь не святая неделя. Ну тогда вы поцелуйте меня. Вот будет Пасха, так и поцелуемся. Ой, корицу просыплю. Нечего будет пирожное положить. Не беда. А что это у вас? Опять пикнуло. Ой, кажется, масло. Где это вы так? Из лампадки накапало. Или за дверь задели. Вчера мазали петли маслом. Все скрипят. Давайте я застираю, замою. Завтра ничего не будет. Добрая Агафья Матвеевна, а поедемте жить в деревню. Там хорошо.